друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 9-я серия турецкого сериала «Постучи в мою дверь» и что будет в 8-й серии. 9-я серия выйдет на экраны Турции 9 сентября. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 8-й серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь» мы увидим, что приблизилось день рождения Серкана, и Эда уже успела приготовить для него подарок. Только Эда не знала о том, что этот праздник Серкан не отмечает, и он предпочитает свой день рождения находиться в полном одиночестве. Но иногда свой день рождения все же проводит в компании с Селин. Никто не может с ним связаться, чтобы поздравить. Эда совершенно случайно, услышав разговор, и эти слова сильно обеспокоили девушку. Несмотря на это, она не собирается отступать и отправляется на встречу с Серканом. Когда Эда спросила у Серкана, есть ли у него планы на вечер, то он ответил, что нет. И тогда пара решила вместе прогуляться, но Селин также готовилась к встрече с Серканом и сильно волновалась. Она уже представляла, как именно пройдет эта встреча и не теряет надежды, что после этого сможет вернуть Серкана себе. Серкан оказался самым настоящим колдуном, и Эду околдовали его глаза, ведь она безумно в него влюбилась и не в силах справиться с этими сильными чувствами. Он способен любого околдовать своим взглядом и даже просто прикосновением. Эда просит своего возлюбленного загадать желание. Пусть он пожелает то, что у него нет, но он хотел бы сильно это получить. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, а также писать комментарии. Что же вы думаете об этой серии? До скорой встречи!